Здравствуйте! О погоде на ближайшие сутки расскажу вам я, Ирина Чупина. А поможет мне в этом наш спонсор – магазин «Дом керамики». Итак, 22 марта днем синоптики прогнозируют дождь. Температура воздуха составит 4-6 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер будет дуть с запада со скоростью 3-6 метров в секунду. Влажность воздуха 86%. В ночь с 22 на 23 марта характер погоды не изменится. Синоптики по-прежнему обещают дождь. Температура воздуха 4-6 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ветер будет дуть с запада со скоростью 2-4 метра в секунду. Влажность воздуха 93%. Ну а я снова напоминаю, что спонсор нашего метеовыпуска – специализированный магазин «Дом керамики». Какие бы сюрпризы ни преподнесла погода, в доме керамики всегда царит уют и теплая атмосфера. Около 1000 видов керамической плитки, мозаики и керамогранита от известных фирм-производителей для любых отделочных работ представлены здесь. Все это в разных ценовых категориях – от эконом до премиум-класса. Помимо этого разнообразия, здесь можно приобрести и сопутствующие товары – клей, инструменты, затирочный материал. А опытный персонал проконсультирует и поможет определиться с выбором. Кроме того, дизайнеры разработают для вас эксклюзивный 3D-проект, причем абсолютно бесплатно. Еще один приятный бонус – в магазине постоянно действуют всевозможные акции и скидки до 50%. Дом керамики – все краски вашей фантазии с керамикой со всего мира. Расположен салон в Армавире по улице Энгельса, 148. Часы работы с 8 до 17 часов. С вами были Ирина Чупина, Станислав Чинский и наш спонсор – специализированный магазин «Дом керамики». Всего вам доброго и до скорых встреч!